Починаючи з 2007 года, дети, які народилися 21 вересня у Міжнародний день миру на Гомичні, отримують статус «Дитя миру». Летось упершиню провели їх агульний збор, тоді приїхали 45 дітей з 5 регіонів. Сьогодні вже 60 чоловік із 9 районів в області. Город Гомель, Гомельский, Будокошелевский, Светлогорский, Доборский, Кормянский, Ветковский, Лоевский и Калинкинский районы. Организаторы кажут, что собрать одразу у всех детей миру просто немогчимо. Зараз на Гомельщине такие статус мают 397 неполнолетних. А для тех, кто не трапил на областное свято, районное отделение фонду миру, обовязково повинчивать так само. Самым старейшим с тех, кто приехал на областную встречу 8 годов, а лишь шмат кто из них уже может похвалиться первыми значными поспехами и не только в учебе. Маша участвовала в этом году в республиканском конкурсе «Чемпионат Республики Беларусь по народным танцам», где мы заняли 3-е место. Также мы участвовали в областном конкурсе «Под белыми крылами», который проходил у нас в районе. Это областной конкурс, и мы заняли гран-при. Я хожу во 2-й класс. 4-й год хожу в танцевальный. Мне очень нравится ходить на танцевальный. Мне нравится танцевать, и я хочу дальше продолжать. Идея надания статусу «Дитя миру» належит двум областным отделениям Белорусского фонда миру – Гомельскому и Гродинскому, а именно у нашем регионе этот рух набыл наибольш значные масштабы. Миротворцы кажут, что по сути каждое немовля с часом может стать гонором не только конкретной семьи, а и всего миру. До речи, детей миру часто называют еще мирными детьми, в том смысле, что они повинны вырасти людьми, которые обязательно будут потребовать у свете мир и стабильность. Они, когда станут взрослыми, чтобы они знали, что именно у них статус «Дитя мира», и чтобы они делали все от них возможное, чтобы именно был мир, дружба, взаимопонимание. Вот наша главная цель этой акции. У этом году акция «Дети миру» пройдет на Гомельщине у 9-й раз. В ближайшую пятницу активисты фонду миру накируются у родильные домы, чтобы повиншовать мати, которые народили 21-го вересня, и вручить им отповедное посвящение. А на проконце месяца у Гомеля запланована встреча уже миротворцев-школьников с белорусского Гомеля и российских Бранска, Смоленска, Новозыбкова и Злынки. Алексей Нечаров, Сергей Климович, телерадиокомпания «Гомель».